The next opponent is Karen, and now you can go to ft5. Priver is leaving the room. Okay, so ft5 from now. Меня свой же бот заспамил. Потому что капсами все написал. Нормально. Окей, let's go. FT5 starts now. FT5. Так, первый респект за Кареном, но тут 269. Так, о, хотел влезть, не смог. Окей, окей. Пока хпшка почти одна и та же. Так. почти под зад. Под задник не дал. Под затыльник хотел сказать, но там был больше под задник. Так, соберись, Карен. Окей, окей, окей. Так. О, антиэр, вау. Мне надо запомнить такое. Ой-ой-ой, не до конца добил. Ouch. Not bad. I have to remember this anti-air. It's really great. Страшно, что он так коллектора знает. Да, да. Он походу не первый год играет. Ну, наверное, по-любому уже четвертый год играет. Really nice combo, about 412 damage. And then the grab. Oh my god. It's like more. Oh my god. It's almost flawless victory, but no. Wow, 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 wow. Your soul will never... Страшный чувак, 1-0 уже. И все время пишу DICE, потому что его имя... он побеждает, my god. Парни, это унижение тупо. Ну, в этом раунде да, давай соберись. Ты хоть разогрелся? Офигеть. Ну не знаю, если он сейчас еще с Кареном FT5 сыграет. Надеюсь, не в 5-0. Пожалуйста, нет. Вот. Может быть, я смогу, если у него будет время. Может, и я еще сыграю, позорюсь и уйду. Закончу сразу стрим своим поражением. So, the guys telling you, yeah, we would like to play against you again. Maybe today or next days. I said maybe I can be the next one, because if I will play and you will defeat me, so I can end my stream stream work at the YouTube. Да, шансы, да, тут трудно. Да я сам думаю, я не смогу его победить, если, блин, каким-то чудом, ну ладно, не чудом, но выиграл до трех побед Армен, то я, блин, сомневаюсь, что я вообще эти три смогу, если честно. Так, что-то сидит много. Много сидит Карен в блоке. Не знаю, почему, почему. Блин, до сих пор еще не изнасиловали. Хотелось бы, конечно, чтобы и Крейн сыграл, чтобы мы все сыграли против него. Need for Games уже играл с ним. Уже и Привер сыграл в Т3 в 0, к сожалению. Кинг сыграл, тоже молодцом держался. Серега самый такой сильный был. Я вообще, если честно, не думаю, что я смогу что-то там победить. Потому что, видно, чувак очень толковый. Ой-ой-ой. Надо было сразу пихать туда ФБшку, если честно. Привер уже играл, да, FT3 до трех побед. К сожалению, проиграл, но держался бодрячком. Я думал бы, он бы смог лучше сыграть на Привере, хотел сказать. Он лучше бы, мне кажется, сыграл на...
Скажи, на Фуджине, блин, мне так понравилось, как он на Фуджине тащил. Ну, что-то он пошел за коллектора. Наверное, думал, что все-таки затащит, потому что им никто так много не играет. В пользу, к сожалению, Дайса. Дайс нас что-то громит во всех его смыслах. Так, Карен вообще разошелся конкретно. Давай. Давай, давай, брат. Ой-ой-ой, командник. Прочитал он. Ой, брат, брат, ты что делаешь? Вау, на 400 взял, это 2-0, ребята. Очень жаль, наши комьюнити забивают как хотят пока. Так что вот, ребята, над чем надо работать. Как говорил Кинг, учите фреймдату. Придется походу. Да, наверное, дергано из-за того, что пинг. Наверное, из-за этого. Мне кажется, у Сереги также погорело от Дайса, потому что пинг высокий. Вот, я бы так сказал. Окей. Second time playing Dice versus yeah boy, aka Karen. Yo. Let us see. Karen can play really good as a Kotal Kahn. I'm really, really nice skills actually he has. So I'm waiting what will happen here. Так, наказывай. Молодец. Может сразу. Ой, да ты что? Не так же. Надо было просто продолжать. Он, кстати, не сразу breakaway нажимает, если что. Он ждет обычно. Не совсем и тупо, я так скажу вам, ребята. Так, хорош. Я бы так же поступил, если был бы Котальканом. До конца бы комбу делал. Так, хорош, хорош. Давай, что будешь делать? Ой-ой-ой. Просто так заморозил. А, вот я и говорю, он юзает все, что ему попадется под руку. Так что тоже не забывайте про это, да, ребят? Ну блин, у него жесткий тоже сап, если честно. Так, командник залетает. Неплох, неплох. The command grab in the last. In the last fight. Going really, really good. Okay, the next. Неплохо, неплохо. Заходит, походу, командники. Наверное, надо побольше юзать это. О, сразу. Взял. Так, так. Знает, знает. Знает себе цену, во-первых, а во-вторых, очень много ждет. Много ждет. Есть у него такая особенность у Дайса. О, хорош. Not bad gameplay by the Dice, because he knows what to do. He knows how long he has to wait. Really good one. Okay. 2-1. Да, если Карен сейчас затащит, это будет секси. Но не забываем еще, если честно. Карен хороший игрок. Он играл на чемпионате и взял второе место. Так что Карен вам не просто так здесь, да? Хороший игрок. Видно, что расклеился немного Дайс. Да, есть такое, наверное. Ну, ребят, мы уже сидим 2 часа 42 минуты на стриме. Это, конечно. Да, так. Поменялся Дайс. Поменялся на... Все-таки на Шэньцуна. Так мы его и запомнили. На Шэньги и на Саб-Зиру. Посмотрим, посмотрим, чем будет удивлять. А, ну зонингом. Ну да, ну это он любит. Конечно. Да. Так и есть, так и есть. Ой, хорош, хорош.
Так. Хорошо, хорошо. Хилится, хилится, молодец. Неплохо. А, забывает, забывает. О, единичками. Но это, конечно, мало дэмиджа. Мало урона, но я не знаю, зачем он это делает. Можно было и получше наказать, но походу его какая-то фишка. Ой, да ну, еще вот так можно сделать? Вау. I didn't even know that you can do something like this. I didn't see the input, but it was like not bad, not bad. А, единички для восполнения метра. Вот зачем он так делает. Прикол, прикол, я это не знал, не знал. Так. Так, не забывай про такую вещь, как вот тройной спарк и трупики, да? Карен. Так. Ой-ой-ой. Это было немножко зря. Так, пытался перебить. Так, почему-то не срабатывает КБшка, точнее. О, вот. Зарубил. Some Kratos glow at the moment. Not bad, not bad. A little bit HP he has. Чуть-чуть ХП оставалось у Карена, и все-таки он сделал unblockable в конце. Нормально, а почему это не делает КБшку? Последний раунд же. Так, хорош. Хорош, хорош. Так, здесь прям... Я говорю, почему, ребят, вы не юзаете вот эти штучки? Они же хорошие, хорошие. Метр. Так, хорош. Ой-ой-ой, наказывает. А почему не было? Не держит клавишу. Мог так конкретно, да, КБшку сделать несколько раз уже. Карен, ты чё? Задерживай. Ой, он хотел покрасоваться. Да, молодец. Ну давай, ну что же такое? Ты чё не задерживаешь клавишу? Бро, так не пойдет, ты мог уже выиграть. Убьем тебя, Карен. У тебя авто КБ, да не видно было? Почему-то странно. Блин. Ну это... Что-то мне очень жалко было, там можно было. Так, сколько там счет уже? 3-1 получается, да? Если я не ошибаюсь. Три один за Дайса. Ну блин, у тебя Коталем намного лучше, по-моему, получалось. О, это Перри. Перепутал чуть-чуть, по-моему. Да. Когда прыгает, просто надо D2 давать, мне кажется. А то он иногда борзеет. Так, давай, Карен, я болею за тебя. Как и все остальные ребята, все комьюнити за тобой стоит, давай. Ух, ничего себе, он еще и закомбил. Let's go, Карен. We are... Me and the other guys, everyone... Standing for you and wanna see the best gameplay. So the whole community is waiting for your comeback.
Yeah, but actually we are also really hyped about Dice because he has a really, really nice stuff, really, really amazing skills here right now. So everyone here is really a good friend and really good opponent. We really appreciate this one. Так, не даю тебе покоя никто, ни тот, ни другой. Хапает. Так, может тут дайв кик? Может быть попасть. Ой, блин, мог попасть. Не смог сделать или не захотел. Так, давай, наказывай. Блин, надо было КБшку ему нанизать. Так, хорош. Д2, где Д2? Сейчас засосет. Хорош. And the last HP 1%, and he just come back. Это уже FT5 идет, да. Кстати, счет 3-1. Поражение, к сожалению, у Е-боя, нашего Карена. Так, ой-ой-ой, это наказывается конкретно. Так, ой-ой-ой-ой. Ой, зачем, бро? Пытался все-таки выйти на КБшку, но что-то не получилось. 4 спешл. Зачем опять? Зачем? Ой-ой-ой, что-то мне страшно смотреть. Ну ладно, вот здесь-то ладно. Так, давай, выходи на комбу. Фирменная любимая компа. Так, смотри на усиление. Бог мой. 4-1. Да. Да, у тебя не авто КБ, я тебе говорю, ты должен задерживать кнопки. Если не задерживаешь кнопки, у тебя не будет КБшки, я это заметил. То, что ты столько раз сделал, у тебя там что-то поменялось в настройках, бро. Yeah, unfortunately, the Karen, aka Yeboy, he has some problems with his options, and yeah, he doesn't have auto crushing blow, so it's not so nice. Round one, fight. Так, смотрим, что тут будет. Эчпачмак хочет реванш. Но это надо спросить. Напиши ему, Серега, ты же у нас в этом, ты же у нас в Дискорде есть, там есть его Steam аккаунт, зайди, или может ты его уже добавил, спроси его, хочет он, не хочет. Если не хочет, может быть, ну я вообще-то хотел еще попробовать, ну посмотрим. Вообще-то я хотел сейчас сыграть, ну. Не знаю, может быть не FT10, хотя бы FT5. Так. Странный человек. Ой, страшный оппонент. Ой, знает. Ой. Блин, очень страшно здесь, страшно. Проверяет конкретно. Тыкает. Все, Карен что-то поплыл немного, если честно. Не ожидал такого. Но он знает про Ферри. Все, это конец. К сожалению. Не хочу так говорить, но так и есть. Успел, смотри. Жопку подогреть. So, really, really hard one. Так, сколько это уже там? Надо посмотреть. It's like 5-1. Really great opponents. I think Yeboy had to play actually
on Kotal-kan, he was a little bit better. Dice, what about we play together? Maybe FT5? What do you say? Maybe I can play against you if you're not against that. Because the guys wanna see how I'm playing. What do you say? Do you wanna play against me? Maybe FT5 if you're not tired. If you are tired, okay, then next time. Liu Kang, Noob Saibot, Shang Tsung, Shinnok's Bone Temple. Yeah, it's over. It's only for fun. Only for fun. Because I wanted to be the next one. Really good games, really nice one. Ну блин, жесткий тип. Я сейчас уже смотрю, я уже сейчас устал. Стримить 3 часа, я не думаю, что я сейчас что-то крутое покажу, если честно. Ход не удался. КБшка. Не, я вообще не играл, нет. Так, хорош. Я только слушал и смотрел. Вау, все-таки добил. Ну блин, очень близко было. So close for Karen, but... never mind. Maybe he can make a comeback right now. Oh my god, what is this? Okay. Тебе, Карен, надо зажимать для КБшки. У тебя там уход не удался, один есть. Не забывай зажимать кнопки. Everyone wanna play also Crane. Writing down like I wanna play a mirror Shang versus Shang, but I'm not at home right now. And I said, yeah, okay, maybe if Dice wanna play versus me, maybe we can play one FT5, but only if you are not tired. Oh my god, this amazing perfect blocks. Not bad. Так, неплохо, давай, Крен. А, чуточек остался. Ой-ой-ой. Неплохо. So what do you say, Dice? Dice versus me? FT5. If you're not tired.